Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Здравствуйте все. Продолжаем играть в Айзека. И сегодня у нас на очереди боль и страдания под названием The Lost. Маленький, дохленький ублюдок, который по сути является душой Айзека и который умирает от одного урона, от любого. Вот. Поэтому я сейчас буду испытывать просто анальные страдания, а вы будете надо мной смеяться. Любые артефакты, которые повышают здоровье, не работают. Синенькие, черненькие сердечки не работают. Ничего не работает. Работает только несколько механик, позволяющих превратиться в другого персонажа. Насколько я знаю, это, собственно, Гаппи сет собрать можно. И можно собрать сет Повелителя Мух. Такие дела. Вот. Варианты найти, собственно, тень Иуды или повязки Лазаря, они не работают. То есть, они, конечно, убивают... Точнее, после смерти вы возрождаетесь, но вы возрождаетесь в виде другого персонажа, и вам не засчитывают прохождение за Ласта. То есть, засчитывается прохождение за Иуду, либо за Лазаря. Такие дела. Работает дохлая кошка. То есть, можно ее подобрать, если вы умрете, то вы возродитесь. По-моему, это все. То есть, ошейник Гупи Анг, например, который дает возможность родиться после смерти. Ну, что-то такое. То, что не меняет персонажа на другого персонажа игрового, но при этом как бы позволяет помирать. Такие дела. Так что, скорее всего, мы сможем пройти эту игру за... Ну, точнее, не пройти, убить каких-либо серьезных боссов, только превратившись вот в кого-то в Гаппи, либо Повелителя Мух. Ну, что там дается возможность перерождаться, собственно, не меняясь. Ладно, хватит об этом говорить. Еще нам помогут вроде как артефакты, которые понижают входящий урон. То есть маска там, Divine Shield, все такое прочее. То, что входящий урон режет. Не знаю, насколько получится. Скорее всего, мы очень надолго засядем для этого персонажа. Ну, может быть, мне со временем просто надоест, и я забью. Потому что, ну, это на самом деле нереальное мучение. Я попробовал за него поиграть. Это реально. Вроде идешь, там один уровень прошел. Вот, на следующем тело Баку убили. Печально. И ничего сделать практически нельзя. То есть, вот допустим, попадет мне вот эта вот рандомная капелька. Все, я умер. Насрать. Начинаю все по новой. Да хватит уже это делать, слышишь ты, мразота. Бесишь меня страшно. Умри. Так, ну это нам ничего не дает. Я могу подбирать синие сердечки, но они ничего нам не прибавляют. Так, ну что ж, один бесполезный артефакт. И один полезный артефакт пока что у нас на счету. Дингл. Ну, довольно неприятный парень, но от него можно, по крайней мере, отгородиться. Какашками. Сейчас он будет плевать. Да. Один-единственный плюс, который есть у этого персонажа, это что он, собственно, летает. То есть может пролетать сквозь стенки, пролетать сквозь всякие штуки. Ну, поняли, о чем речь. А да, ты умрешь. Молодец. Ой, нет, только не желтая. Только не желтая. Хотя... Не, ну нафиг. Я не рискую брать желтое. Вот меня еще интересует, что делать со сделками дьявола. Могу ли я их вообще подбирать? Или же они меня сразу убьют? Скорее всего, они меня сразу убьют. Есть у меня такое подозрение. Так, мухи. Ну что, пойдем еще погуляем по уровню, поскольку здесь уровень большой. И еще должна быть одна сокровищница, нет. Наберем, может быть, денег, купим. Купим всякие штуки себе. Если получится.
Так, надо аккуратнее с всякими такими кострами дебильными, которые пуляются внезапно. Так, ничего мы отсюда не получили. Обидно, досадно. Как мне не хочется идти в эту большую комнату. Желательно бы, чтобы... Иди ты нахер, сраная муха. Чтобы сокровищница была где-нибудь в другом месте, а не за этой комнатой. Надо сказать, этот паренек, который за нами летает, он довольно неплохо помогает. Так, ну, естественно, я не могу входить в комнаты с шипами. Точнее, могу, но только используя какие-нибудь защитные артефакты. Вот. Иногда, я вот все пытаюсь понять почему, но в некоторых случаях комнаты с шипами не дамажат, когда я туда вхожу. Не знаю. Это какая-то механика или просто игра некорректно обрабатывает. Но как-то рисковать не хочется, если не знаешь точно. Ты нахер. Ладно, по крайней мере, еще была более или менее адекватная большая комната без всякой мрази. Я представляю, что будет дальше, там, вот Робби, там, например. Вообще же трэш в школе. Я не хочу. Нет. Не заставляйте меня это делать. Но вы же меня заставляете это делать. Иди ты нахер. Маленький голенький ублюдок. А-а-а-а. Не вздумай. Don't you dare. Так, вот это вот вообще я ненавижу. Просто. Просто ненавижу. Ходить через сраные шипы. Блин, вот в самом конце этого уровня я весь этот уровень обошел, чтобы, собственно, добыть эту херню. Так, ну, теперь у меня лазерные слезы. Это неплохо, потому что я могу, по крайней мере, бить с большого расстояния. Я вот не помню, они работают ли сквозь стены. По-моему, нет. Первый более-менее адекватный артефакт. Он не работает. Мне нужно вылезти немного все равно из стены, чтобы дамажить. Даже? Да. Хер знает, по-моему, не работает. Мне бы найти спектральные слезы, было бы замечательно. Так, давайте возьмем Steam Sale. Ну что ж, один уровень прошли с грехом пополам. Это был, правда, XL. Это же большой уровень. Я не беру желтую, потому что она чаще всего уменьшает дамаг. Это мне не надо. Так. Ну, собственно, один уровень XL, он считается как два уровня обычных. Вот, и как-то так. Не знаю, зачем я это сказал. Кому это очень интересно. Так, только бы они во мне не появились, это вообще было бы трешово сдохнуть так неудачно. О, вот это сейчас будет боль. Боль! Я знал. Они кончены. Реально, не стоит вообще в этих комнатах ничего искать. Ну ладно, пробуем по новой. Нахер. Я хочу сразу себе сгенерить уровень, чтобы сокровищница была рядом, потому что смысла нет. Damage плюс HP up. Ну, HP up у меня, конечно, не поднялось, и damage, судя по всему, тоже не поднялся. Хрен его знает, что тогда поднялось. Так, они поубивали все в костры, и я только рад. Ну, в общем, не удивляйтесь, попыток будет много. За одно видео, скорее всего, будет множество разных попыток пройти за этого мудака. Я буду их выкладывать, так что уж не обессудьте. Каждая попытка — это мое потраченное время и усилие, потому что каждый раз я стараюсь это сделать. Я понимаю, что есть там виртуозы этого Азика на Твиче какого-нибудь, которые там
без проблем проходят, вообще не получая дамаги. Но я так не умею. Так, ну нахер эти таблетки, они слишком опасные. Они, конечно, бывают полезными, но их смысл будет брать только если я подберу. Куплю, точнее, артефакт, перк, диплом медика. Да сдохнешь ты. Я не люблю пауков в этой игре, они, у них движения очень какие-то такие резкие, непредсказуемые. Не знаешь, он на тебя побежит, то ли от тебя. Ага, размечтался, блин. Иди ты уже погуляй. Ох, монстро. Так, давай сначала мы этих убьем малышей, кибальчишей. А, не надо. Не-н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 е. Типа подай меня, пожалуйста. Тебе больно. Ой-ой. Это неплохо на самом деле. Уменьшение в размерах и ускорение. Первое даст нам возможность лучше уворачиваться, второе, собственно, маневренность. Так, ну поехали дальше. Интересно, получится у меня хотя бы два уровня подряд пройти. Пока что не получилось ни разу. Да бесишь ты, ну. Ну что ты? Вот так вот сразу бы и все. Блин, мне нужны спектральные слезы, это было бы вообще... гигантское преимущество для этого персонажа. Давай, толку-то. Эти комнаты, конечно, опасны, но что делать? У них ништяки часто бывают хорошие. Конечно, когда ситуация с этими тремя черепками была, которая нас убила. Да ты задрал! У него харя такая веселая, когда он подпрыгивает. Да, долго, конечно, выпиливать приходится. Еще какой-нибудь босс вылезет. Мудацкий, даже не один. Вот это, кстати, на самом деле хуже всего, когда их несколько, потому что сложнее маневрировать. И так или иначе, в кого-нибудь все равно попадешь. 100%, я сейчас сдохну. Ладно, не 100, сколько-нибудь, но процентов. Короче, вероятность велика. Нет. Нет. Да вы сдохнете уже, ну. Хоть одного бы убить было бы уже легче, чем когда они трое носятся. Так, первый пошел. Да сдохни ты, ну. Все? Карта. Император. Там сразу. Так, первый кусочек сета гупи. Но гапи в смысле. Осталось еще два. Иди ты нахер, удацкая муха. Да иди ты в пень. Кленовый, мать твою. Естественно, дамаг от шипов меня мгновенно убьют. От вот этих вот жертвенных комнатах, потому что... у них дамаг засчитывается даже летающим персонажем. Fuck you. Блин, как я их ненавижу, капец.
Да куда ты, блядь, несешься? Таракан сраный. О, беда. Все, и тут я и останусь, чувствую, потому что... их слишком много. Они все хотят меня убить. Мама, они меня обижают. Сейчас мама такой толкует. Бадыщ меня по башке. Только я могу обижать Айзика. Ну, все такие дела. Эти тоже не особо предсказуемые придурки безголовые. То ли он на тебя прыгнет, то ли он в бок прыгнет. Хер его знает. Ну да, играем мы по-прежнему на харде. Как бы не обсуждается. Смысла играть на нормале, я, честно говоря, не вижу. О! Вот сукин сын, как метнется, блин. Ты еще не все, что ли, япона мать, сколько вас здесь? И че, где эфиршот-то? Раз в 8 лет вылетает. Класс. Смысла особого скрывать эти камни нет. Там иногда, конечно, попадаются сундуки и прочая херня. Давайте, ладно, взорвем. Ну вот, например, ключик упал. Ладно. Пойдет. Что, пойдем убьем босса. Ой, опять ты. Да скотина, чуть-чуть. Ладно, продолжаем. Проклятие слепоты, конечно, меня потрясает просто. 5 лазеров. Я, правда, не понял, первый или второй. Не, первый, второй бьет беспрерывно. Fuck you. Так, дамаг у меня единица. Ну, отвали, муха. Ты неприятная. Да, ругаться, скорее всего, я буду много при прохождении за этого мудака. Поэтому уж не обессудьте, но тут ничего не сделаешь. Это очень нервная работа. Работа. Если бы мне за это платили, мать вашу. Мои страдания. Да ладно. Она меня задела. Стерва! Рубль 2. Еще раз. Еще раз. Нахер. Сразу же. Оно мне надо? Бесполезный эти артефакт. О, ладно. Лучше, чем ничего. Дамажил бы ты еще чуток посильнее. Ну, дареному коню. Не, нахер таблетки. Эй! Стрелять, ему говорят. Так, нахер, мухи, нахер! Все в сад. О-о-о-о-о! Мухи! Мухи кругом! Кругом мухи! Все, нету мух. Я спокоен. Но в следующей комнате будет, чую. Ахтунг. Блин, и вот костры можно убить, вообще все что угодно, потому что убийца. И стать очень-очень грустным, мертвым, маленьким Айзиком. Ну, это душа Айзика. То есть мы играли за его тело, синенькое такое. Это его душа. Ну, по крайней мере, вроде как. Судя по тому, что Википедия говорит. По крайней мере, вроде как сам создатель игры это подтвердил.
что действительно так. По лору. Ах, таблеточки. Я боюсь вас брать. Вы же сволочь, таблеточки. Вы же можете меня убить. Там как минимум две таблетки, которые способны меня убить. Шанс, конечно, небольшой, но он есть. Понятно. Ну, я думаю, смысла заходить в магазин пока нет. Да отстань ты, ну, своей таблеткой. Ну, кстати, именно вот это вот, как бы, душа вылетает из зазика, если ты умираешь. Она именно так выглядит. Почему, правда, она... У нее здоровья нет. Чем это объясняется? Что-то мне неохота ради одного сундука так сильно париться. Вот эти конченые реально мудаки, которые бегут на тебя и пытаются тебя сразу убить. Да-да-да, одну таблетку на другую. Вот и сидите в заперти, ублюдки. Там вам будет хорошо. Я уверен в этом. Зачем мне их взрывать? Ну, теперь давайте заглянем в магазин. О, кстати, есть вот этот бланк карт. Я ее выбил, собственно, в предыдущей серии. Я про нее ничего не читал. Давайте почитаем. Что-то это такое специфическое. А вы пока послушайте музычку. Бланк карт. Копирует эффект взятой карты или руны, не работает с пилюлями. А, так это используемый предмет, да? Давайте возьмем. Вряд ли пригодится, мне так кажется, но... Чёрт его знает. Паренек, если бы ты еще заряжался чуть побыстрее, вообще цены бы тебе не было. Хм. Сделаем кривульные слезы. На него, кстати, это не распространяется. Так, ну что, пойдем убивать босс. Ой, вот эту суку ненавижу вообще. По-моему, ни разу его еще не прошел. Ну да. Бесполезно пытаться пройти без дамага таким убогим персонажем. Ладно, проклятие лабиринта, так проклятие лабиринта. Ну, в общем, я, наверное, серии буду делать короткие. Минут по 30. До тех пор, пока не попрет. То есть, если вдруг получится так, что сумею как-то собрать себе более-менее... Не то, что жизнеспособный, а адекватный хотя бы билд для этого прохождения. Тогда мы будем делать длинную серию. Ну, то есть... Буду продолжать до тех пор, пока не сдохну. А так... Я просто не выдержу столько умирать. Умри ты, муха. Ты что-то не убегаешь. Куда ты? Куда ты несешься? Все равно ты умрешь. Все умрете без прощения. Ух, мама. Не ори. Ты самый хитрый, что ли? Я не пойму. Ага. Обманул? Урод. Пойдем убивать боссов. Так, скотина плюется. Это вообще нехорошо. ХП у этой твари мало, у этого босса, но он прикрывается мухами, и весь дамаг по большей части уходит в мух. Я сейчас тут полягу по ходу дела, потому что их слишком много. Я их не успеваю убивать. А он еще, кстати, может заспавнить мух так, что я сразу надамажусь. Больших надо убивать, потому что они что-то какие-то вообще не очень. Да умри ты. Ты что творишь? Что-то новенькое, блин. Раньше не помню, что он так делал.
Хотя, наверное, раньше он умирал у меня гораздо быстрее. Так, но я все еще могу сдохнуть от мух. Это не исключено вообще. Ой. Ну, давай. ХП мне это, конечно, не даст. Но хотя бы дамаг даст, 180. Удачу повысит. Тушки эти бродячие мне мешают. Рано или поздно одна из них меня кончит. Так, я чуть не выпустил. Что он мне на бошку спрыгнул? Да ты сдохнешь, синяя рожа твоя. Точнее, отсутствующая твоя синяя рожа. О! Отлично сдох. Получи. Не, вот это не надо. Так не договаривались. Зеленый шприц. Speed and range up. Ох, харя злая стала. Так, ну и чё? Давайте попробуем. И сдох, да? Не, смотри-ка, я не сдох. Вот это подстава. Ну, в смысле, наоборот. То есть, получается, у нас все сделки с дьяволом бесплатные. Это уже что-то. Так, эти, конечно, сдыхать отказываются категорически, потому что они ублюдочные. Маньяк, слышу, всех порежу. И да, нож летает сквозь препятствия. Блин, комары меня кусают уже. Сволочи. У нас лето внезапно в Новосибирске наступило. Такое. Для многих, наверное, это не особо лето. Днем едва 20 с лишним градусов, но... Для нас это уже лето, и для комаров совершенно точно лето. Да что ты будешь делать? Тихо! Эхо ты! Так, главное теперь не запороть в тупую этот билд, потому что это я могу. Запросто вообще. В тупую как-нибудь. Напороться на какую-то сволочь, на шипы там, не знаю. Какую-нибудь маленькую мушку или паучка. И все. На этом. Здесь просто есть еще сокровищница. Я, по-моему, ни одну еще не нашел. На этом уровне. Так, главное, чтобы они во мне не появились сейчас. Будет обидно. Не, давайте как-нибудь вы сами. Последний. Кстати, да, нож можно запускать наискосок. Это... Я не попаду. Я косой. Так, грибочек, по-моему, хороший. Fire rate up, но он мне ничего не дает. Может быть, нож быстрее заряжается, я не знаю. Так, вот эти дикие, когда они соединяются в свой круг, они летят странными маршрутами. Так, он жадный, да, он собирает деньги. Может, я зря его взял. Но он, вообще говоря, берет деньги и выдает на них... карту. Иногда карта бывает хорошая. Вот сейчас был момент, когда я мог запросто... Да ебись ты! Ну что ты запускаешь-то хер знает куда? Вася! Толку, короче, тут находиться уже. Правда, мы можем сходить в магазин. Денег достаточно собрали. Вообще, с этой херни выбьем. Целую одну монетку. Так, не убийца по-тупому, не убийца по-тупому. Лишь бы не убийца по-тупому. И я тогда точно повешаюсь. Где-нибудь тоже в подвале. Буду вместе с Айзиком висеть. Во, да-то мы, пожалуй, возьмем с вами. Это прям.
гематимезис мы брать не будем, если использовать. Так, ну и, наверное, руку Пандоры потаскаем за собой. Там ее чем дальше тащишь, тем лучше она становится. В плане того, что выдает больше артефактов. Ну, хотя тут лучше, конечно. Я боюсь, что я далеко не дойду. Как бы мне тут... Ножик, не ножик. Сейчас какая-нибудь такая вот мразота меня кончит. Мистер Хайд. Ой, вот эти вот, блин, твари. Те еще твари. Они, блин, живучие, пипец просто. Одни из самых живучих тварей в этой игре. Иди ты нафиг. Не подходи ко мне. Боюсь тебя. Да. Давай ты не будешь меня стрелять. Интересно, а вот ножик, он одинаково дамажит? Когда пролетает задом наперед. Или у него меньше идет дамаги. Давай нет. Идите вы нахер. Васечки зеленые. Вы совсем не очень. Вообще не приближайтесь ко мне. Я вас боюсь. Да ты сдохнешь сегодня. Че я сюда зашел вообще? Ой. Ссаные пауки, как же я вас не люблю. Эта игра заставляет меня ненавидеть вообще все. Что есть на этом свете. Потому что все здесь пытается меня убить. Пошел ты, сука, нахер. Бери. Так, это говно не надо мне. Денежку возьмем, конечно же. Ой, сейчас я тут точно кончусь. Нет, не приближайся! Сукины дети. Как вообще быть в комнатах, где много вот таких вот мудаков? Я без понятия. Они же меня просто зарежут. Так, к счастью, дамаги. Нет, недостаточно дамаги, чтобы их убить. Все, хватит с меня на сегодня. Или еще разок попробовать? Ну давайте еще разок попробуем. С последних сил. Да. Ну, ладно, хер с тобой. Не особо полезный артефакт. Блин, а так хорошо шел. А, бесполезно. Ножик, не ножик, жопа с ручкой, не знаю. Все это мне не помогает. Потому что надо уворачиваться. А уворачиваюсь я, ну, так себе. И либо я научусь уворачиваться в этой игре от всего. Либо я никогда за этого персонажа далеко не зайду. Второе более вероятно, чем первое. А ты ёб твою. Бесишь. Вот такой вот милаха летает. Обдолбился наркотой в бошку прямо. Летает теперь. Так, блин, стреляй ты в него. Где-то не заметил шот спидапал, если честно. Как стрелял, так стреляет. На мой взгляд. Иди ты нахер. Муха, сдохни уже. Fuck you, bitch. Сраные червяки. Так, туда идти смысла нет. Сюда идти смысла нет. Смысла жить нет. Да успокойся ты. Внезапно. Ни разу такого еще не видел в такой комнате.
мне прям подношение тут лежит. Блин, а может ты бы пошел пострелял вместо меня, не? Вообще не хочешь? Япона мать, ну как он прыганет и все. Ну ты труп. Сраные пауки, за это их ненавижу. Никель. Так, почти дошли до босса. Сколько раз я уже проходил один уровень и дох на следующем. Ну, потому что сложность, она как бы прогрессивно растет. И каждый следующий уровень сложнее предыдущего. Так, успокойся-то. Да ну куда ты? Ну что? Нет слов, одни эмоции. Ладно, теперь уже точно хватит. Все, я уже начинаю тупить. Ну и вообще. Такие вот дела. Спасибо, что смотрели. С вами был Игмак. Всем пока.